Уважаемые друзья, я прошу вас поддержать нашу команду, команду Псковского яблока, на предстоящих 10 сентября выборах в Псковской области. Это 244 кандидата, самая крупная независимая гражданская избирательная кампания в провинциальной России. Псковское яблоко – это команда самостоятельных и ответственных граждан Псковской области. Жители – это не подопытные кролики, не подсобные какой-то материал. Хочется сделать их жизнь лучше, чем она есть. За наше образование, за наши сельские школы. Глядя на весь этот беспредел, который творится у нас среди чиновников, администрации, надо что-то менять. Мы стали первыми, скажем, на пути этой реорганизации. Готовы решать проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Кто будет защищать педагогов, кто поможет им защититься. Противостоять действиям правящей партии. В Великих Луках надо что-то менять для того, чтобы он становился действительно великим. Взяться за эту территорию и что-то начать. Малыми затратами можно было бы сделать дорогу лучше. Ну, на сегодняшний день вы видите, стоят одни заросли, нет работников. Не будет здравоохранения, в конечном итоге погибнет и район. Зарплата не платится по несколько месяцев. Время говорить правду. Мы будем продолжать борьбу дальше, потому что правда на нашей стороне. Стадион «Электрон» – старая история, одно из немногочисленных мест отдыха. Мы постараемся решить весь этот вал проблем. Дорогие земляки, в это воскресенье, 10 сентября, приходите на выборы, голосуйте за команду Псковского яблока.